Короче, не спрашивайте как, но я намутил коня. Поснимали с ним видосов и вернули мушкетеру. Обычное дело. Устроили тусич в трамвае, там тоже лайков поднабрали. Костя, естественно, снова затупил и не поцеловал Настю. Но это классика уже. Можно? Да. О, познакомились? Да ты подходи, не стесняйся. Чувствую себя как дома, что ли. Что здесь происходит? Кто эти вообще? Они там как-то себя называют. Крю-крю. Я этих всех модных слов вообще не запоминаю. Зови их просто. Кореша. О, привет. Здорово, кореш. Здорово, брат. Зачем они здесь? Мы готов? Устраиваем рэп-тусу в квартире! Какую тусу? Почему у нас? Зачем? Братяо, да не парься ты, ну! Тебе просмотры нужны? Нужны. А чё сейчас хайповое, а? Правильно, бро, рэп или бит тусовки? Логика, братан, мозги! О, здорово, гайз! Здорово! Кто? Без понятия. Короче, план такой. Тусим, снимаем видосы, все что-то крыто, в ТикТок врыто. Раунд. Брат, ты главное не кипишуй. Расслабься и кайфуй. О, народ, залетайте. Йоу-йоу-йоу. Здорово, здорово, брат. А это? Впервые вижу. Короче, иди погуляй, познакомься с людьми. Отдыхай, короче. Я все сам сделаю. Да сколько можно, ну! А ты всех так встречаешь? Нет, только тебя. Ну, то есть... Расслабься, я шучу. Классная тусовка. Мне Дима уже рассказал. Проходи тогда, я пойду оденусь. Уверен? Йоу, народ, 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 девчули, пацаны, короче, это Настя, и мы делаем для нее эту тусу, ей нужно помочь снять видео, где мы отжигаем, где мы джемимся, где мы вообще делаем все, что мы захотим, окей? Что вы тут устроили? Я на вас лекцию вызвала. Как что? Музыкальный вечер. Только вас и ждем. Я уж было сам хотел за вами спускаться. Спасибо большое. Проходите, проходите. У нас все пристойнейше. Никаких тут хулиганов нет. Присаживайтесь. Держите. Не то, что остальная молодежь. Спасибо. По подъездам. Дома оно же ведь лучше, оно уютней. Посидите, музыку послушайте, повеселитесь. А если вам что-то понадобится, сразу же зовите. Спасибо. Бабушка, бабушка, а вы нам поможете снять видео? Помогу, да. Класс. Baby
Baby-so-hot, это baby-so-hot. Baby-so-hot, oh my god. Baby-so-hot, это baby-so-hot. Baby-so-hot, oh my god. Ой, боже мой, молодой Утесов. Полный опача. Здравия желаю, старший лейтенант Глазунов. Поступила жалоба. Почему шумим? Так мы тут это... Как его, блин... Репетируем, во! Угу. Понятненько. Это я вас вызвала, хулиганы в последнем подъезде. Бабушка, пройдемте, покажите, кто, где, когда. Неблагодарим обои. Это даже для меня как-то... Пойдем, пошепчемся. Пойдем. Ну чё, как тебе? Да вообще, слушай, братан, ты меня прости, что я сомневался в тебе. Ты такой молодец. То-то же. А теперь ты будь молодцом и иди уже скажи всё Насте, наконец. А что всё? Братан, это ты на первый взгляд такой дурак. Все-то ты знаешь. Или мне, может, тебе еще и текст написать, а? Короче, я тогда сам ей пойду и все скажу. Не надо, слушайте. Вот. Иди давай. Ну, что я ей скажу? Да как есть и скажи, ну. Ты как себе это представляешь? Типа, Настя, привет. Я очень много думаю о тебе. И когда ты рядом, вообще в голове какая-то кажется. Так? По-моему, звучит неплохо. Пойду позову ее. Да подожди, ну, а что потом будет? А потом все. Танцы, поцелуи, дети. Ты что, фильмы не смотришь? Только смотри, чтобы она не узнала, что это я аккаунт кикнул. Думаю, она будет не очень довольна. Настя, подожди, я все объясню. Дима, блин! Это попадос, ребят. Гособразим на всех, как нам с Костей извиниться перед Настей. Напиши в комментах, очень нас спасешь. За лучшую идею задарю новенький Samsung A50. По-братски.